Всем привет! Прикупил себе один уровень, еще один лазерный, помощник к моему GLL 380 Bosch. Купил я его на AliExpress. Смотрел у нас в городе, здесь такой рублей 10 стоит. Купил я его за 5 с копейками. Ну, считайте, пополам дешевле. Ну вот, и хотел бы показать вам его и сравнить со своим GLL 380, то есть качество самой линии, качество самого уровня, как, то есть он будет показывать. Давайте посмотрим. Прислали мне его вот в такой коробочке. Название Fire Core, ссылку и название правильного этого уровня я выложу в описании. К нему еще в сумочке была вот такая подставка. Регулируемые ножки, 3 штуки, регулировать сам уровень. Ну, в общем, она мне, в принципе, сейчас не нужна. Ну, можно было бы ее поставить. Но мы воспользуемся сейчас вот такой штучкой от Bosch GL380, чтобы поставить этот уровень на треногу. И посмотрим, что он нам будет показывать. Давайте зажгем наш Bosch сначала. Так, сейчас свет выключу, чтобы было видно хорошо линию. Ну, тогда бьет у нас сам Bosch. Включаем. Так. Это у нас верхняя, да? Ну что я скажу, у Bosch линия ярче, у этого Fire Core немножко тусклее линия. Ну вот теперь надо вот сейчас соединить эти две линии, сделать сначала такую проверку. Смотрится они у нас в одну сторону. Так. Вот теперь наши линии соединены. Скажем так, что расхождение, я смотрю по кругу, расхождения в линиях нет. Ну вот здесь, на вот этой стене, вот бошевская линия, она все-таки немножко толще стала. Вот этот Fire Core, линия как с той стороны, так и с этой стороны. Она у нас одинакова по толщине, она не расплылась. Бошевская линия уже немножко расплылась. Теперь проверим мы его другим способом. Повернем наши головы под 90. И также попытаемся выставить линию в линию. Там стоит линия в линию, здесь 3 мм линия у нас выше стала Fire Core, да, китайского лазера. Повернем бошевскую голову. Цена и качество, ну, в принципе, за 5000 рублей, в принципе, я думаю, неплохо. А Bosch далеко не прыгает. 50 тысяч и 5 тысяч. Есть разница, ребята. Ну, так что, ну, я его взял не как основной работягу. Это будет более помощник моему GLL 380. Потому что бывают такие моменты, когда требуется поставить два лазерных уровня, собирать. Допустим, монтируем мы двухуровневый потолок. Я выставил два лазерных уровня на две плоскости, двухуровневый потолок, и монтирую спокойно по двум плоскостям. Я не передвигаю его выше, ниже. Это то
получим. А так, в следующих видео я буду его тестить полностью и расскажу вам, что он из себя представляет и как он на самом деле в работе. Ну а так, кому видео нравится, подписывайтесь на канал, покупайте себе китайские уровни, если кому-то интересно. Ссылка будет в описании. Всем пока!